Будешь станет всех, выскакиваешь, стан нахуй, шадон. Камфраглейт, ёпта, видишь, дорога бежит, он твой, ёпта. Ебал это импровиз, и всё нахуй. Different version. Это всё нормально. Нормально работать будет, не парься. Твою мать, ну всё, погнали. Коська на КВ. Ёпты мать, бомжи в джинсах, блядь. Так, голова, занимайте первую машину и выезжайте на позицию уже. Блядь. Пулемётик, Тинки, назад сядь, ствол подними. Назад, пулемётик. Зачем вы втроём сели в кузов, блядь? Один сядет рядом с базаном, блядь, в кабину. Стас, я у Замака. Командир, у меня Раша сесть не может, блин, в эту запись. Базан, а это самое. Как там на шот тут менять? Контрол-таб. Контрол-таб. Так, Грузила, Кузька, занимайте места. Раша, садись рядом. Мы в Замак садимся? В сам? А ты сам вылезаешь. А мы скидываем автомат сюда. Автомат скидывай быстро, блядь, с патронами нахуй. За этого выкидывай два отделя. Бля, короче, такое чувство, что опять возьму. Кто-то сидит на мне, например, и мешает. Мало других машин нет. Слышишь, блядь? Блядь, ребята, ну что за хуйня, блядь? Блядь, ребят, время теряем. Базан, поехали. Блядь, вы слышите меня, блядь, или нет, блядь, дебил? Давай к нам в Замак, нахуй! Хуяк, блин! Спокойно, братан, спокойно. У нас командир бот еще остался какой-то непонятный на базе. Это бот, Марк, это бот. Стас, поехали, там просто бот остался, бот. Слушай, я кушаю. Да у нас расстояние 20 метров. Командир, есть небольшое предложение. Жопу тоже маленько отпустить. Потому что они наш шум слышат, они хуй вверх услышат, блядь. И мы так же, блядь. Мы-то здесь понятно, вот они, может быть, услышат. Группа ноги, дистанцию увеличьте, как приняли. Судя по статистике, у них минус 5 человек. Это, блядь, пресловутая газет, все нормально. И разбит самолет, по-моему. Многие загрузки у нас, видите? Видим. Да, Стас, они держат метров 100, наверное, да, дистанцию. Блин, потому что они едут. Принято, сохраняйте дистанцию. Хотя бы, блядь, Корда назвал, что ли, ёбаный пиздец. Карту взяли? Давай соберем кучу. Давай, Радио, забираем. Впереди газа. Кубку тоже. Блядь,
Работают, работают наши. Я говорю, засада там, засада, брат. Ноги, ноги, быстро колонну объезжаем. Давай, направо давай. Уходите. Направо в лес, направо в лес, как приняли. Стас, там... Бля, ебать, командир, нам что делать? Один готов, двое готов. Выходим. Покинуть грузовик, занять оборону. Принято, все оборону грузовика занимаем. User left your channel. Дайте, ну примерно дайте. Кто двигается к горящему автомобилю? Кто там, бля? Базан. Все, приезжай в дороге. Груз в голове, ваш статус, блядь. Потери. Горящему виду, вижу три нет, человека нет. Двигаются, блядь. На Саута, на Саута, вижу три человека. Командир, разреши отвезти технику дальше в лес, блядь. Сейчас никак нет, займи позицию. Ты ее даже забыл заглушить. User left your channel. Рацию взял. Кузька, залезь, потуши, блядь, мотор, как слышишь? Все, принято, делаю. Чей мотор работает, блядь? Кто едет? Да наш, замака работает, стой. Нет. Все. Это нахуй. Все, потушил. Так откуда стреляли? Машина вышла ровно на нас. Ровно на нас с головы вышла машина. Встреча. Было двое человек. Менять маршрут. Как там их осталось, получается, еще меньше. Или что там менять-то? У нас потери есть про вообще какие-нибудь? Командир. Группа голова, ваши потери. Базан жив. Санчес, у нас нету потерь. Принято. Так, работают. Азимут 280, 290. Два выстрела одиночных. Так, груз в голове. Что это за деревня у нас на 250? Это уже деревня, точка, где нужно налево до главной дороги перевести. Нашей второстепенной до главной деревушки, не знаю, как называется. Так, то есть они, блядь, удачно очень, блядь, прям на точке разместились. Я тебе так и говорил, что так и будет. Можем с юга пойти. Сейчас у нас дорога прям налево уходит. С юга и крючок сделаем. Так, обставить. Так, группа голова, вы мою машину не потеряли свою? Нет. Ну все, на машину. Так, группа голова, занимайте машину и двигайтесь в лес на юг. А группа ноги, прикройте их с земли сейчас. Проводите их в лес, пусть идут. Стас, группа ноги, они справа от нас. Они справа сейчас будут стартовать оттуда, слышишь? Стас, это ты? Группа ноги справа, да, сейчас. Посмотрите. Группа ноги справа сейчас, да, будет стартовать. Так, голова Грузила, направо чуть-чуть. Лучше не лежи на жопе, да. Лучше, если что, перекатываться и уходить. Азимут 210. Ну, вот так вот лучше, блядь, будет. Остановитесь в лесу так, чтобы церковь была видна, как приняли. Вас приняли. Командир, есть предложение, что нам сейчас дорогами двигаться небезопасно, они могут их заминировать, раз так удачно встали. User left your channel. Поэтому мы едем в лес. А возможно, все их мины в газели были. Стас. Что? Блять. Да я выдвинусь на норд с запада, посмотрю.
Если бинокль у тебя есть, я вас скорректирую, блядь. Там наверняка где-то должен нахуй снайпер быть. Машину тебе советую отвезти куда-нибудь, блядь, отсюда в жопу, потому что сейчас... Вон, видишь, на 270 крыша белая торчит. Ну, вижу, вижу, вижу. Вот правее от нее как-нибудь зайди. Ты мне, если у тебя бинокль есть, ты мне можешь его дать, и вам я советую не валяться, сейчас снайпера у них там подойдут. Один да хотя бы выжил. Бинокля нет. Узнал. Все, все принято. Владели? Буду так работать. Стас, окей? Я ушел. Где же там тишина? Группа груз, группа голова, вы на месте? Голова на месте, там на пушке. Церковь видите? Думаю, надо попробовать сдвиг какой-нибудь стандартный, плюс 10, плюс 20. Мы, наверное, передвинулись уже. Вот, вижу, цель. Так, свои, видите? Свои, свои, don't fucking shoot me, свои, свои, свои. Можем разведывать точку нашего прибытия. Так, блять, отбой, отбой, есть контакты. На сауте. За амбаром, два человека, минимум, вижу. Расстояние. На юге, расстояние метров 300, метров 300, блять. Сейчас, где этот амбар ебаный, сука? Вот он, отбой, нашел его. Наблюдаем, группа ноги. Сейчас, 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 мечу его. Голова на месте. Или нет? Стоп. Нет. Пусть чатом, блядь, не ошибись. Чатом, сука, не ошибись. Смотри, смотри, поставил энеми. Я технонорд, блядь, отползай, ебаный в рот. В кушери. Туда, все. Короче, нормально, они меня не засекли. Двигались с запада. Стас, прием. Двигались с запада, блядь. А тут зеленки. Принял, принял. Зеленой горы. Наблюдаем газель. Где наблюдаем? Наблюдаем газель, можем работать. 200. Азимут газель 200 у нас. Груз, садимся, садимся. Стас, может нам подтянуться куда-нибудь там к Кузьке? С другой стороны, Кузька Стасу, Кузька Стасу докладывает, выдвинулся на выстрел на 320, бегу, блядь, стрейфом нахуй, хуярю туда, прямо на вас. Если что, жопой разворачиваюсь, я буду отрабатывать. Принял. А так, если он вылазить не будет, отходи просто, блядь. Я его с корма отработал. Так, голова, вы оставайтесь на месте, ваша задача прикрыть груз, если что. Мы двинулись от точки груз на саут, как приняли, голова. Приняли вас, приняли. Группа ноги подъезжаем. А, это может так, быть наши. Так, господа, господа, это разведка докладывает. Нашел два грузовика, блядь. Припаркованных их здесь. Расхуяривают нахуй. Погоди, погоди, координаты. Откуда КПшки, блядь, нет? У вас близкий контакт у церкви, как приняли? Да. Нортиста работает, пулемет, автомат. Груз, займи тот конец забора. Принял. Слышу вас, я за забором.
Вот-вот-вот, я проверю тебя. Смешивайтесь быстрее. По вам работают, сейчас прием. Наших выстрелов не было, прием. Нет, с Норт-Иста работают. Сейчас, блядь, буду их обжимать с Норт-Веста. Блядь, держите Норт-Ист. Так, так, ребята, по дороге кто? Справа амбар, по дороге, у дороги кто двигается? Два человека. Ты форму распечатать не умеешь. Я справа, значит, от вас. Посмотри направо. Мы у церкви, блин. Браконьер, зеленый дом справа, аккуратно зачисти. Повторяю, блядь, братишка, за дорогой, блядь, Норт-Ист, блядь. Норт-Ист. Это не свои, блядь, оказались. Ебать, Толющу. Два человека контакта, одного убрал. Второго одупляю. Азимус. На Норт-Ист от меня у дороги, блядь. От церкви у дороги, блядь. Так, живой отползаю. Сейчас подъеду, стойте. Граната. Еще одна. Уводи машину. Там пушка бежит чуть левее. Я не бегу, отбой. Это я, здесь. Так, мы потеряли грузило. Ребята, мы за помощью грузовика. Минус один. Бегу. Минус два. Наших ложат. Церкви. Давайте под забор сюда. Саутыста стрельба. На Исте пулемет, сейчас попытаюсь одуплеть. User left your channel. Азимут 60 лежит перед лесом. Сзади. Здесь они, блядь. На 140. Там второй где-то стой, рядом. Стой, здесь. Дай подлечу, блядь. Хуйня, блядь, пошли дальше, нахуй, нету времени, ёбаный пиздец. Пошли. Отдышись, прикрою, блядь. Где-то еще второй пидор, блядь, был. Так, Кузька встретил Харкорыча, блядь, встретил Харкорыча. Сдвиг, пацаны, сдвиг. Блядь, какой там ебаный в рот сдвиг, блядь, я не помню, блядь. 160, блядь. User left your channel. Леха, блядь, не время, пиздец, надо съебывать. Здесь еще один контакт. Я одного положил, второго. На одной точке у церкви просто двоих положили, непонятно откуда. На харе в группе, я в доме двухэтажном, рядом с грузовиком, как принято. Блядь, дай-ка я его ствол, блядь, заберу. На 120. Сейчас Кузька Харкорыч, вы там в лесу, да, за дорогой? Да, идем. Там еще один контакт был, куда-то исчез, блядь, меня Харкорыч встретил. Кто стреляет? Как приняли, на 60 минус один. Стас, Кузька Стасу, прием, ебать нахуй, где? Минус один, я валку отработал, блядь, на 60. Остался Норт-Ист, как приняли. Двигаемся туда, блядь, с Харкорычем. Так, наши в джинсе, блядь, не стрелять в джинсу, блядь. Оборону грузовика круговую сделали, блядь, не уходите от него вообще, блядь. Ваше прикрытие забор, блядь. Норт-Иста. Харкорыч, давай заляжем, блядь. Пиздец. Заебался. Координаты, куда нам нужно выдвигаться? Дай нам, пожалуйста. Где вы находитесь? Это очень сложно. Может, в натуре рвануть? 7-1 остался. Марк пишет, один враг остался, довезти тачку и пиздец, блядь. Так что по нам не стреляйте, мы двигаемся двоечкой с Харкорычем. Мы в джинсе, блядь. А, идем с Иста. Отставить, блядь, расслабляться.
меня здесь справа машина была у них спижена, слышишь, братан? Саута, заходим в селение. Браконьер, подходи к грузовику. Мы в Рогово, прием. Принял. Все, наверное. А что такое? Все. Ну там он говорил, он один человек оставался. В течение 5 минут закончится. За их на ходу, значит, победили. Все нормально. Блять, пиздец. Бля, ну что-то в Рогово оказались. Давайте вообще сейчас.